Мы с Лоркой пируем, шли с пляжа, зашли на рынок, купили клубнички. Килограмм стоит 15 лир. Мы заплатили 18. Ну, тут больше килограмма. Что еще купили? Кстати, я попробовала. Она такая сладкая. Сухая и сладкая, не водянистая. Вот, наверное, самое время сейчас для сладкой клубники. В мае, в июне она была водянистая. Как? Угу. Отлично. Ну, не очень сладкая, мне кажется. Да ты чё, мне кажется, сладенькая. Бордовая такая. Угу. Вот в конце дня прийти, она сперва была в одном месте 27, во втором 20, а в конце дня это во сколько? 6 часов. 15, да. Ну вот корзинка 18. Вкусненькая. А персики купили 2. Он еще разозлился, что мы берем всего 2. Просто деревянные. Лариса даже откусить не смогла. Но он сам натолкал эти персики. 2. Я говорю, выберите, которые получше. Но он выбрал. Вон лежит. И семечек взяли. Килограмм. Прям классные семечки. Лариса сегодня чуть-чуть купила горсточку. Да, попробовали и решили, что на море будем семечки брать. Телефон. Все есть. Зеркало. Ну, светло. Все видно. А свету сколько? Смотрите. Освещение. Весь потолок. Да. И светильники, ну-ка свой проверь. Ну, он вот здесь должен быть твой. Ну, а как нету-то? Все работает, все горит. Все открывается и закрывается. Телевизор, девочки. Ларис, ты переживала, там телевизор не работал. Ну, проверим, давай здесь. А, это что было? Все, сейчас включится. Водичку нам поставили даже. Боже, Люденька. Тапочки. Все, все работает. Олимпиаду можем глядеть, теперь смотреть. Как здорово. Как же здорово. А вот здесь Шок. Вот, видно вам? Вот магазин Шок здесь, рядышком. Ну, улыбнись, а то опять скажут, что ты недовольна чем-то. Всем привет! Мы вот такой огромной компанией сели в такси и направляемся в кафе, которое называется «Ривьера». Но мужчина, настоящий мужчина, сказал: «Я вас сейчас прокачу, покажу вам панораму, полчаса, подарок». Ну, мы согласились, конечно же, почему нет? Вот. Нас, видите, сколько? Сколько? Сейчас едем в сторону Хурмы, да? Да, а потом в кафе «Ривьера». «Ривьера»? Девочки и мальчики, вы у меня часто очень спрашиваете телефон администратора отеля Людмилы. Очень часто спрашиваете, и я вам всегда его даю. Сейчас я могу вам дать не только телефон, но и показать Людмилу. Вот она, Людмила, которая с вами общается по WhatsApp, когда вы бронируете. Каждый день, когда вы бронируете «Колибри». Вот она, собственной персоной. Теперь вы ее знаете в лицо. Так, кому надо такси, Мехмед, к вашим услугам. Мы можем дать телефон его. Thank you.
А это Эмма. Наши зрители. И уже хорошие знакомые, потому что мы в прошлый приезд с ней познакомились, причем в автобусе увиделись. А в этот раз увиделись с ней случайно совсем в кафе. Второй раз случайно. Да, дважды случайно, да. Оба раза я собиралась написать, чтобы увидеться, назначить встречу, попросить о встрече. Не были. Мы в Алании были на деревенском завтраке. Вот, наподобие. Да. Наподобие. А здесь нет. Но там вы прям на речке где-то сидели, да? Да. А тут без речки, но тоже такое атмосферное место. Там много-много разных кафе с деревенским национальным завтраком, где вот много-много всего. С этим самоваром или с двойным чайником чая. Вот, да. Все в национальном стиле. Потрясающе, думаю, обстановка очень-очень атмосферная. Вдруг им не понравится, думаю. Да как это? Нам все нравится. Какие у Эммы босоножки! Я тоже такие хочу! Ничего себе! Ай! Красивые босоножки! Я давно не смущалась. Очень красивые! Я глаз оторвать не могу. Это ж построили качелю здесь. Это ж надо было такое сотворить. Ага. Там площадка какая-то. Что интересно там будет? Люда. Девочки, вот наша Люда. Я такая довольная, что я ее опять вижу. Так, у нас здесь это фотосессия началась, а я не могу оторвать взгляда от пацаножек Эммы. А там как-то он не чирикает. Он чирикает. Не чирикает, затвора я не слышу. Сейчас пойдем чай пить. Вот туда. Наверх, нам уже заказали чай.
Манго. Вот тут можно сидеть в таких кабиночках, да? Да, сейчас мы идем наверх. Красота неземная! Ой-ой-ой-ой-ой. А мы с девчонками в кабинках сидели, а тут вообще... Да. Ничего не закрыто. Шикарно. Давайте чай попьем. В принципе, на ужин можем здесь остаться, но я не знаю, что они могут предложить. Ну, я думаю, что-то все равно предложат съедобное. Ну, я не против, я даже за. Только как вы хотите. Да. Шикарный вид. Цикады поют. А там тоже вон кафешки какие-то. Тавук — это птица. Курица. Курица. А я трафик написала, потом думаю, что я ей написала. Пробки хотела написать, я уже на двух языках. А я поняла. Да-да, я поняла. Так, с... Кюфте. Сюзме. Кюфте – это котлеты, видимо, да? Нет, вот это что ли, не знаю. А, там чубанцы. Кюфте – это котлеты. Кюфте – котлетки, да, турецкие котлетки. Надо запомнить. Где это прочитала кюфте? А вот. Так, вот, вот, вот. Игли. Кюфте. А сейчас подзовем, конкретно спросим, вот что есть из этого. А, да, да, кюфте. Ну давай, правда. Если хотите здесь. Если хотите, поговорим. Спустимся там. Да здесь нормально, мне нравится. И внизу уже кофе попьем со сладким, с десертом. Да. Как хотите, да, я. Да. Это, так, что это у нас? Кюзю. Ягненок. Ягненок. Кюзю каурма. Смотрите, как выглядит. Смотрите, как выглядит. Ой-ой-ой. Наверное, вкусно. Какие у нас? Ой, и к этому всему еще вот такие всякие соусы приносят.